Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Небайдужі дніпряни зібрали для діток сиріт новорічні подарунки. Сьогодні про цей проєкт будемо говорити разом із засновницею фонду «Кожна людина гідна» Ольгою Зиряновою та волонтером, авторкою соціальних проєктів Світланою Лотко. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Ольго, хочу, щоб ви для початку більш детально розказали про фонд «Кожна людина гідна», на кого він орієнтований і яка ж його мета. Наш фонд существует официально уже год, но в принципе изначально мы были просто как инициативная группа волонтеров, собрались небезразличные люди, которым захотелось сделать что-то больше, чем просто какие-то шоколадные подарки для детей в детских домах. Я сама медик и продолжаю работать медсестрой в больнице и в свободное от работы время занимаюсь вот как бы социальной вот этой деятельностью. И с ребятами, которые живут в детском доме с инвалидностью, я познакомилась благодаря своей профессии. Я там немножко работала медсестрой, поэтому я увидела их жизнь изнутри, и я поняла, что я хочу немножко помочь им изменить их будущее, потому что их будущее в итоге после выпуска из детского дома – это жизнь в доме престарелых, и лично мне это не понравилась идея. Поэтому мы начали всячески поддерживать различные кружки, какие-то мастер-классы. Я начала приходить в различные вузы и просто предлагать нашим студентам нашего города подключаться к нашей работе на основании волонтерства, то есть ребята приходили в детские дома и работали репетиторами по обычным школьным предметам, помогают детям немножко продвинуться в изучении математики, английского языка, украинского языка, для того, чтобы когда дети будут заканчивать школу, у них была возможность попробовать свои силы и поступить, возможно, в вузы, возможно, в техникумы, может быть, в какие-то училища для того, чтобы дети с инвалидностью могли получать образование и получать какую-то профессию, чтобы потом сами себе зарабатывали и на жизнь, были полезны нашей стране. Они также могут вносить в нашу жизнь очень много позитивного, очень много смысла. Очень жаль, что пока люди с инвалидностью остаются немножко как бы в стороне общественной жизни. Я рада тому, что наблюдается такая тенденция, что люди с инвалидностью начинают становиться более активными, и люди, которые находятся рядом с ними, начинают двигать свои, скажем так, границы для того, чтобы открывать двери для людей, которые, возможно, иные, чем, допустим, обычные там здоровые люди. Я не люблю это разграничение здоровые, нездоровые, потому что на самом деле мы все нуждаемся и все в чем-то ограничены в возможностях. Вот. Наша акция по сбору подарков проходила, проходит уже шестой год, и в этом году у нас получилась такая рекордная цифра. 250 подарков мы собрали, упаковали. 5 интернатных учреждений приедут эти подарки, и также 30 детей из кризисных семей и 20 ребят-выпускников из разных детских домов также получат наши подарки. Мне кажется, уникальность нашего проекта в том, что мы не собирали деньги, мы привлекали непосредственно людей, чтобы они сами начинали готовить, собирать, приобретать какие-то вещи для подарка. И мне кажется, это такой личностный подход, потому что у каждого ребенка нет вообще ни одного повторяющегося подарка. Каждый ребенок получит вот что-то свое, собранное с такой любовью и заботой. Честно я вам скажу, когда мы упаковывали подарки, то в каждом подарке чувствуется какая-то открыточка, где-то какая-то, какой-то значок, какой-то, какая-то заколочка. Там некоторые ребята вообще там и снежинки, и тематические какие-то там наклейки. В общем, в каждой вообще вещи чувствовалось то, что человек подходил к сбору подарка очень личностно. Поэтому мне кажется, что
именно это коснется сердец детей, тем более, что мы продолжим потом с ними и работу, и общение, и поддержку. Ви, Славно, безпосередньо залучені до збору цих подарунків. Розкажіть, будь ласка, от яка у вас особиста, можливо, мотивація є для того, аби дійсно створювати диво для тих, хто на нього, ми, от як ви сказали, не будемо розмежувати, і все ж таки, дійсно, от такі дітки, вони більше заслуговують нашої уваги, їм хочеться подарувати ще більше такого різдвяного, новорічного настрою. От що особисто вас мотивує і що ви можете, от, можливо, звернутися до глядачів, яких теж можна якось замотивувати творити добро? Спасибо за вопрос. Я уже не первый год помогаю Оле, участвую в благотворительных проектах как фонда «Кожна людина гідна», так и на базе молодежного центра «Альфа и Омега». У нас очень много таких благотворительных акций, и сейчас мы вот в роли таких эльфов, которые любят дарить тепло, любят дарить подарки. И когда ты прикасаешься своими собственными руками к этому чуду, то ты, во-первых, сам наполняешься еще большей радостью и любовью, и, во-вторых, ты осознаешь то, что ты можешь подарить частичку своей любви и теплоты тем детям, которые особенно в этом нуждаются. У меня очень много таких разных социальных, благотворительных проектов. Я и музыкант, и поэт, и один из последних проектов называется «Красивые люди», и я вижу красоту практически в каждом человеке. Я вижу красоту в Оле, насколько она прекрасная женщина с добрым сердцем, она готова посвящать большую часть времени действительно социальной работе с детками с инвалидностью, детям-сиротам. И я увидела в последнее время, что дети с инвалидностью, они также очень красивы, они прекрасны. У них у каждого свой богатый внутренний мир. Они настолько талантливы, они настолько уникальны, и каждому из них даже есть чем поделиться. Я даже для своего проекта брала интервью у некоторых ребят, и они действительно очень такие богатые внутренние, и потрясает иногда их сила воли, их желание жить. И, вы знаете, есть действительно чему нам у них поучиться. И мне хочется также творить добро, также нести вот эту красоту, которая живет в моем сердце, и дарить любовь, которую мне дарит жизнь, мне дарит Бог, потому что вот сейчас такие праздники теплые, Рождество, и на Рождество хочется всегда творить вот это добро и дарить частичку любви, которая есть в сердцах многих людей, окружающим нас, окружающим людям, каждому ребенку, и даже независимо от того, где он живет, хочется просто, чтобы каждый на себе ощутил вот эту радость, тепло, любовь. И поэтому Рождество — это самый такой прекрасный повод напомнить людям о Божьей любви, о том, насколько мы все счастливы, и мы можем делиться этим счастьем и любовью с окружающими нас людьми, особенно с детками в сложных жизненных обстоятельствах, с детьми в детских домах, с детьми-сиротами и особенно с детьми с инвалидностью, потому что, вот как говорит девиз Оленого фонда, что «кожна людина гідна», потому что каждый из нас, он уникален и прекрасен, и каждый из нас, он достоин любви. Що ж, це чудова відповідь. Ви дійсно сказали, що от є авторкою багатьох соціальних проєктів. Розкажіть про проєкт, з який ви згадали щойно, і, можливо, є ще якісь проєкти, які зараз активні, до яких зараз можна якось долучитися. Ну, у нас есть молодежный центр «Альфа Омега», который уже почти 30 лет существует в нашем городе. Мы в основном привлекаем студенческую молодежь к активной общественной жизни в городе. Мы организовываем различные музыкальные концерты, ярмарки. У нас, вот как Оля говорила уже, у нас постоянно осуществляются поездки в детские дома. Ну, в условиях карантина немного изменились эти условия, но мы продолжаем работать напрямую с детками. Мы продолжаем поддерживать их. И поэтому все наши социальные проекты, они действующие, активные, и люди также могут контактировать с нами на наших социальных страничках. Можно найти фонд «Кожна людина гідна» в Фейсбуке, можно найти молодежный центр «Альфа и Омега» и стать волонтером наших многочисленных социальных проектов. Вот тот проект, о котором я недавно упомянула, это «Красивые люди», это видеопроект, вы также можете найти его в Фейсбуке и в Инстаграме. Я
беру интервью у различных людей нашего города, где спрашиваю о том, просто какого человека они считают красивым, и прошу поделиться своим жизненным кредо, своей мотивацией, потому что я верю, что каждому человеку есть что сказать и есть чем поделиться. Поэтому хочется, чтобы еще больше людей знали какие-то вот секреты, лайфхаки, как сейчас модно говорить, да, секреты красоты и секреты внутренней красоты, потому что я верю, что все-таки красота внешняя важна, но внутренняя красота, она намного важнее. И когда человек красив внутри, он может дарить вот эту эту заботу, любовь и тепло. И, как я уже говорила, вот один из самых прекрасных людей – это Оля, которая как раз и руководит этим фондом «Кожна людина гідна». И она действительно проявляет свою красоту внутреннюю, она проявляет ее в поступках, потому что красота, она, ну, она не может молчать. Красота должна творить добро, красота должна помогать людям, и красота должна делать этот мир прекраснее. Поэтому я вдохновляю каждого из вас быть прекрасными как внешне, так и внутри. И даже внутри я хочу сказать, что намного важнее, и пусть ваша внутренняя красота никогда не молчит, а она всегда действует. Участвуйте в различных волонтерских проектах, помогайте множеству разных фондов, которые есть у нас в Днепре, ну и, конечно же, помогайте фонду «Кожна людина гідна» и присоединяйтесь к волонтерам молодежного центра «Альфа и Омега». Всегда рады любой помощи, и это не значит, что вы должны именно жертвовать что-то финансово. Вы можете, если у вас есть такая возможность, конечно же, финансы это приветствуются всегда, но самое важное – это дарить свою помощь именно физически. Вы можете просто помочь, прийти, упаковать подарки. Мы на протяжении 3 дней помогали Оле с упаковкой подарков. У нас было очень много молодых ребят из города Днепр, вот таких вот эльфов, которые хотели порадовать деток своим теплом и своей заботой. И поэтому для того, чтобы творить добро, не обязательно иметь кучу денег. Достаточно иметь просто доброе сердце и желание помогать другим людям. Поэтому как раз вот мотивирую, вдохновляю вас. Творите добро и будьте прекрасными. Відповідь прозвучала як таке новорічне привітання, я б навіть сказала. До речі, Ольга, ви згадали, що цьогоріч була рекордна кількість подарунків. От якщо пройтись, можливо, якось по цифрам, скільки взагалі вже років такий проєкт новорічний існує, і з кожним роком збільшується кількість людей, які до нього залучаються, як зараз взагалі от така тенденція просліджується, збільшення людей, волонтерів, активістів, людей небайдужих? Ну, мы уже, как я уже говорила, 6-й год организовываем именно эту акцию по сбору подарков. Вначале это было больше как, ну, была надежда на то, что мы хотя бы что-нибудь там, может быть, какие-то конфетки, может быть, что-то там, какие-нибудь шампуни, мыло такое. И потом нам пришла идея, что дети писали письма для того, чтобы высказать свою мечту, свое пожелание. И, ну, моя убежденность, что мечты должны сбываться. И вот вокруг нашего проекта организовалась такая группа людей, которые также считают, что мечты должны сбываться. И меня так вдохновляет, когда наши помощники, наши эльфы, волонтеры, люди, которые собирают подарки. Вот, допустим, в списке у ребенка числится там, допустим, иногда же дети свои мечты очень конкретно описывают. Там собачка, беленькая собачка с длинными висячими ушками, черненькими пятнышками и зелененьким ошейником. Когда я передаю людям эти просьбы, мне всегда интересно, думаю, вот что будут люди предпринимать или там просто какую-нибудь собаку купят. И тут, когда приезжает этот подарок, реально беленькая собачка с длинными висячими ушками, черненькими пятнышками и зелененьким ошейником. Я думаю, интересно, это, ну, как вообще это возможно? Вот для меня каждая такая акция, каждый год – это маленькое чудо, потому что мы изначально начинаем эту акцию с полным нулем. И тоже со слабой надеждой, что, может быть, хоть что-то соберем. И в этом году, я вам скажу, что
Мы планировали на 3 детских дома делать подарки. Но когда мы увидели, что такое количество людей подключается, мало того, в нашей акции в этом году участвовали люди не только из Днепра. Многие ребята подключали своих друзей, которые живут в разных уголках Украины. Можно сказать, более 70 посылок мы получали просто по почте. Люди видели объявления в Фейсбуке, в Инстаграме и хотели принять участие. Для меня это не просто вдохновение, а для меня это очень такой положительный знак, что люди не хотят быть уже просто пассивными, а люди осознают какую-то свою социальную значимость и понимают, что, возможно, весь мир изменить вот так по щелчку не получится, но в то же время, если я один могу вот именно здесь, в этой точке времени, пространства, что-то сделать доброе, я беру и делаю, не рассуждаю и не жду какой-то большей возможности, а делаю это сейчас. И когда большая возможность появится, я сделаю тогда больше. Но если у меня сейчас есть маленькая возможность на маленькое добро, я возьму его и сделаю. И когда нас уже таких с маленьким добром получается там 10, 20, 30, 100 человек, то значит тогда уже это маленькое добро перерастает в что-то большое и грандиозное. И таким образом мы в принципе сможем изменить наш город, нашу страну, наш мир к лучшему. И возможно будет меньше детей, которые будут там страдать от голода, которые будут... Вот есть ребята, которые в кризисных семьях, у которых мама, папа алкоголики, наркоманы, и на самом деле эти дети очень часто не видят не то что каких-то подарков, они в принципе горячую пищу там в лучшем случае по праздникам видят. Поэтому в принципе вот такие лучики как бы приятных каких-то позитивных моментов, я думаю, должны быть в детстве у каждого ребенка. Поэтому мы этим занимаемся, и поэтому я очень радуюсь тому, что много-много людей сейчас подключаются к таким вот движениям, к таким проектам. Що ж, сьогодні я вам дякую не тільки за нашу прес-конференцію, а й за добру справу, яку ви робите. Сьогодні я розмовляла разом з засновницею фонду «Кожна людина гідна» Ольгою Зиряновою та волонтером, авторкою соціальних проєктів Світланою Іотко про новорічну акцію, яку вони влаштували, допомагають, дарують щастя діткам-сироткам. Залучайтеся до таких проєктів, будьте добрими та щирими. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!